Японская народная сказка. Как мыши искали мужа своей дочке. У мышей в амбаре родилась мышка. Когда она подросла, родители решили, что красивее и лучше ее нет никого во всей Японии. Стали они присматривать и жениха среди мышей. Но разве найдешь такого же красивого и умного, как их дочка? «Наша дочь – первая красавица в Японии», – сказали они. «Значит, и жениха ей надо найти самого лучшего». И стали они думать, кто же на свете самый лучший, самый могущественный. Думали, думали и решили, что это солнце. Живет оно высоко и освещает все на земле. Пришли они к солнцу, поклонились и говорят: «О, солнце, ты самое могущественное на свете. Просим тебя взять нашу дочку в жены». Улыбнулось солнце и ответило: «Спасибо, но только вы ошибаетесь. Есть на свете жених еще могущественнее». Удивились мыши: «Кто же это?» «Облако», — ответило солнце. «Сколько бы я ни старалась светить, никогда мне сквозь него не пробиться». Пошли мышки к облаку. «Облако, ты самое могущественное на свете. Просим тебя взять нашу дочку в жены». «Спасибо», — ответило облако. «Только есть на свете жених могущественнее меня. Кто же это?» «Ветер», — ответило облако. «Когда он дует, он гонит меня куда хочет». Отправились мыши к ветру. «О, ветер, ты самый могущественный на свете. Просим тебя взять нашу дочку в жены». «Спасибо», — ответил ветер. «Только ведь есть на свете жених могущественнее меня. Это стена. Как бы сильно я ни дул, я не могу ее опрокинуть». Пришли мыши к стене и просят: «О, стена, ты самая могущественная на свете. Просим тебя взять нашу дочку в жены». «Спасибо за предложение. Только есть на свете жених могущественнее меня». «Кто же это?» – удивились мышки. «Да любая мышь. Какой бы я ни была прочной, мыши прогрызают во мне свои норы, и я ничего не могу с ними поделать». «Вот оно что!» – еще больше удивились мыши. «А мы-то весь свет обошли, искали самого лучшего жениха, а он, оказывается, здесь, среди нас, мышей». И довольные, и гордые пошли домой. В скором времени они выдали свою дочку замуж за соседнюю мышь. Зажили они дружно и весело. И было у них много детей. Так что мышиный род живет и здравствует до сих пор.